ебаная, туда и выби... А. Там можно взлетать. Стоп, стоп. Можете взлетать, да. А расходитесь подальше. Let's go other teams maps so we can spunk you. Okay, good. Okay, so it is there. Так, okay, я смотрю. Так, десять, а нет, ten. А делай отсчет 10 секунд. Eight. No, it's not on yet. I need to get in position. Wait, dude. I actually need to delete my thing. Wait, I need to delete my smoke. That just looks weird. Good. Все, три, а нет. Almost. Three, two, one, go. Начинаем. Start. Start the battle. I'm camping. I'm gonna be that typical camper. Ow. Okay, yeah, that's not fair that you wanna bloody thing, aren't you? That's not fair. Why are you targeting me? Ну тут вообще что происходит? Чё тут? О, авиация летает тут везде. Ow. Ой. Ow. That hurt. Damn, that's red. Can you stop targeting me, please? Ещё кажется, таран будет скоро. Твой самолёт слишком читерский, низко. Wait, guys, pause a minute. I need to adjust my thing. Wait, pause. I don't want to get killed while I'm literally in my settings. Wait, I'm doing something in my settings. Почему вы не дерётесь-то толком? Like, okay, ready. А, всё, выходит. I'm lagging. Oh, I crashed, dude. Are you joking? Oh my god. This is so broken. I crashed, I'll rejoin. Oh, he crashed, okay, wait. Dude, I crashed because there's so much lag. Okay. А что случилось-то? А у Dragon Boy крашнулось, мы ждём пока. Что крашнулось? Игра. А, ждём. Джонни. Теперь моя камера будет по воде плыть. Так, я тогда жду, чтобы вторую камеру поставить. Go to my team. I'm joining. Мы, наверное, после этой битвы уже закончим, потому что у меня уже тоже поздно. Okay, after this battle, we gonna... No, leave. After this battle. Стоп. Yeah, okay. Стой. I'm loading it. Спроси у них, они еще хотят показать постройки? Если хотят, можно взять. Do you part wanna show any other buildings after the battle? I mean, I've got another futuristic tank, but that's really old. Что он сказал? Okay. Тут много печатает. Make the camera invisible. Ok. I binding и transparency. Donna. Ok. Okay, go. Dragon Boy, fear of the power of my tea. Wait, I'm not done yet. I need to delete my smoke. Crush the smoke. The smoke is so annoying. Literally, you have to delete it every Let's time. Start battle. Чё он PvP мод? Дани, пусть включит PvP мод. Дэнни, turn on the PvP мод. Let's start. Okay. Начинаем? Ow, dude, you're literally camping, bro. Legit camping over here, man. What you doing? Так, ну я тут смотрю, что тут происходит. Lag. Ого. Какой-то обстрел происходит. I'm teleporting. Oh, am I gonna get hit? Am I gonna get hit? О, насквозь. How did I not get hit on that? Wait, okay. Все, они очень близко находятся. Риска, смотри, как они близко. Паука тут какого-то еще нашли. А кто победит вообще? А вы вообще деретесь? Да. Ну типа я даже царапины не вижу. Я уже несколько раз попал по Дане. И? Пока не вижу удачно, а вот когда в следующий раз еще когда-нибудь попаду, возможно что-то разрушится. Ну то так, как читерская авиация. Когда авиация, обычно ПВО должно быть. Так у меня две пушки всего лишь там. Ну хотя да. Ну слабо, но тебя не попадешь, если кто-то из них в финал попадет. О, столкновение. Смотри, один танк на другой залез. А, насквозь! Все, Т-34 дал свою мощь. Просто не знаю, на кого смотреть. Ауч. Они еще живы. Я со стороны воздуха наблюдаю. Да. Ой, блин, что тут творится? Просто у тебя врезал все, ты уже перевернулся. Тут насквозь пробит танк. Так, а что тут у нас происходит? А Т-34 даже не поцарапал. Т-34. А почему он даже не поцарапался? А я по нему попал, у него просто очень много брони. Мы же двое против одного, поэтому у него много брони. Стоп, вы двое против одного? Да. Поэтому у него много брони. Ну, Т-34 тут него... очень бронированный, он еще об этом упоминал даже. И прям пушки, если в упор подойдет. Стоп. Ой, моя камера подбита. Ты сломал то место, где камера стояла. Ой, это не я. Вот, смотри, где камера теперь.
Там опять они бодаются. А я его подстрелил, не знаю, довольно это. А почему вы так нечестно играете? Двое на одного. Ну просто ты не согласился, а с другими не с кем. Ну у меня просто танка нету, нормального. Ай, что тут творится вообще? Ой, я чуть под ядро не попал. Т-34 перевернулся, но все нормально. Так. На фоне битвы кто-то фармится. Кому не стыдно? Стыд и слава. Ну! Я своего случайно побил. Дыш, ты своего побил? Я случайно по нему попал. Я могу только за тобой смотреть и за твоим другом. Стоп! А ты знаешь, он тебя тоже пытался стрелять. Не, я просто рядом с ним летаю. Так, а куда он едет-то? Наверное, уходит тактически, отступает. Тактическая битва. Все снаряды мимо ушей пролетели. Что это за битва? Дым его, дым на воде. Двое против одного. Только я вообще не могу им попасть. Самый бесполезный союзник в мире. Может мне камикадзе сделать? Комсом? А, я понял, о чем ты. Ой, Я его все снаряды заблокировал. Сейчас я его тоже попытаюсь заблокировать снаряды. Вот просто вон, смотри, сколько снарядов пролетело и ноль попало. Что у вас неравная битва какая-то. Вы вообще будете друг друга побеждать? Я пойду добавлю апгрейд. Скажи им, передай им от меня, то что... А, стоп, один вышел из этого. Один, из он сказал, что ему нужно было ливнуть просто из этого, из звонка. Так, надо в чате тогда напиши, что зона сужается и можно только в синей команде быть. Давай нет. Только на зоне там, где водичка. Нет, так сложно, там сложно попадать. А что вы побыстрее проиграли? Кто-то... Ай, гусеницу своему подбил ты. Риска. Все, я пишу. You can drive only on blue team. Все, ждем. Все, они все идут в синюю, да? Или нет? Жду пока. Ой, блин, все, твой союзник сейчас проиграет. У союзника не осталось пушек. Ему мой Т-34. Это белый. Да, твоему союзнику в упор Т-34 дал. И он без пушки. Я иду ему помочь. Отвлеки пока. Он тебя ударил, что ли? Т-34. Безоружен, танк безоружен. Ну. Если танк без оружия, то он не проиграл? Наверное. Но тебя невозможно сбить, ты летающее существо. Ой, блин, что там творится? Давай, пока он его держит, ты давай, нападай. Он его насквозь пробил, камера отвалилась. Только на мне теперь осталась, что ли, камера? Вот, нет, да, только на тебе, вон там камера валяется. Там танк Т-34 в дереве застрял. I survived, он выжил. А танк уничтожен. Только на тебе риска камера осталась. Там у тебя даже две. Две камеры. А чё он убегает-то? У него седуху убрали, похоже. Один танк сломан. Не, так нечестно. Ты как снайпер там наверху сидишь и все. Я стреляю по нему периодически. Так, надо сказать, он проиграл все. Один участник проиграл. Без танка. Ну, он, короче, не боеспособен. Можешь подлететь поближе? Алло, у этого. Так у этого же, у другого танка осталась пушка. У какого? У этого, у зеленого. Ну я знаю. Вот это не пушка, а камера. Нет, ты ее сбил нарочно, мне кажется. В самом начале. Помнишь? Ага. Я сейчас сам лично бегу. Блин, почти попал, он как-то перевернулся. Так, ну, осталось только риска тогда. А, он по мне стреляет. Тебе хана, падай. Ты как ко мне пришел? Ну, прибежал. Всё, минус магнитный двигатель. Риска, ты все проиграл? Я умер. А Дэнни, Дэнни, ты победил. Дэнни из Виннер. Дэнни победил. Один против двоих и затащил, ну потому что он на советской технике. Советы тащат, кто не знал. But you're not in the game. Yeah, cause I crashed. Oh. Yeah, I crashed. How can I help that? Т-34 победил в битве танков. Против будущих технологий магнитных и танков. Ага. Один против двоих и победил. Уничтожил авиацию разом и танк, который потасал. I'm still alive. Сила советов написал.